Surprise, motherfucker. Привет, мальчики, девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Сегодня конкурсный ролик, проводится он совместно с интернет-магазином rendezvous.ru. И мой промокод на скидку 10%, который плюсуется ко всем акциям и скидкам на сайте Rendezvous и будет действовать до конца декабря 2023 года, вы найдете в описании. Проходим сначала по ссылочке в описании, затем применяем промокод. Кто по ссылочке не пройдет, потолстеет. Так вот, условия конкурса. Я предупреждал, что вам нужно тренироваться в стихотворчестве. Нужно будет написать стих. Стихотворение, стишок на тему, примерно такую. Почему я люблю парфюмерию или с чего началось мое увлечение парфюмерией? Вот, либо то, либо другое, понимаете? Ограничиваем четверостишием. Ну, пусть это будет белый стих, если вы хотите, пусть это будет хокку, неважно. Важно то, чтобы вы, во-первых, были обязательно подписаны на канал, телеграм-канал «Рандеву». Ссылочка будет с условиями кратенькая в описании. Смотрим в описании. Подписываемся на телеграм-канал «Рандеву». На мой YouTube-канал я не буду просить подписываться, потому что, ну, кто захочет, тот подпишется. Единственное, что вам придется на какое-то время, по крайней мере, подписаться на нашу замечательную пару в дружину. Я надеюсь, что вы там и останетесь, чтобы участвовать в конкурсе, потому что весь сам конкурс, вся движуха будет проходить именно в моей телеграм дружине, в нашей парфюмерной. Ссылка на пар в дружину в первом закрепленном посте. Короче, подписывайтесь на канал Рандеву, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, в телеграм-группу Пашко, парфюмерная дружина, то бишь. Ставите обязательно хэштег, это четверостишье на тему, как я полюбил парфюмерию или почему я люблю парфюмерию. И, ну, просьба убедительная, не удалять, не перепощивать стишки 100 раз. Вот вы лучше напишите где-нибудь в блокнотике, подумайте и потом постите. Потому что удалять, потом новые постить, вот эту чехарду тоже, знаете, нежелательно. Запостили и пусть оно так и висит. Конкурс будет проходить в 3 суток. То есть сегодня понедельник, ролик выходит. Завтра с 10 утра по московскому времени стартует, собственно, конкурс. Вам даются одни ровно сутки, чтобы, ну, чтобы желающие запостили свои стишки. Далее, жюри, состоящий из меня и из менеджера Рандеву, многоуважаемого, мы с менеджером выбираем 3 лучших. И чтобы уж совсем был... чтобы оценка была беспристрастной по максимуму, эти 3 лучших, по нашему мнению, стихотворения мы выставляем на голосование в той же нашей телеграм-дружине. И вы сами, ребята, выберете, кто из 3 победитель. Понимаете? То есть сутки вам дается на написание, потом сутки мы раздумываем с менеджером Рандеву, какие же 3 лучших, и сутки дается на голосование. То есть, если завтра со вторника все начнется, вторник, среда, среда, четверг, четверг, пятница. В пятницу мы объявляем победителя, и победитель получит то, что вот в этой коробке. Такое же, скажем так, потому что мне прислали на обзор, а вам пришлют абсолютно новенький. Сами Рандеву пришлют вам точно такой же аромабокс, который станет предметом выигрыша. Вот. И сейчас я вам все про него расскажу. Сейчас я вам все поведаю. Тут пробнички. Пробнички, винскомута опять. И какой-то, видимо, Snail. All-in-one repair cream. Все у меня омолодится с этим муцином улитки.
Конкурс, естественно, приурочен к Новому году. Топ новогодних ароматов для него 8 пробников. 8 ароматов. Вот здесь вы можете название прочитать. И сейчас я посмотрю тоже, что здесь. Сейчас мы, ну, допустим, 4 из них мы потестим, которые я выберу. Ну, давайте вот, давайте с первого начнем. Ой, они тут могут выпасть. Вот, Atar Collection, допустим. Atar Collection Crystal Love for him. Именно for him, EDP. Это я не буду здесь обзоров никаких делать, потому что, ну, обзоры, может быть, сделаю потом. Ну, кстати, приятный. Приятный аромат такой, люксовое, более такое звучание, понятное, действительно мужское, хвойное, я бы сказал. Хвоя, ветивер, такой наполненный, восточный, но в то же время и свежий. Кстати, хвойных ароматов очень часто не хватает, очень часто спрашивают про них. И вот, по крайней мере на старте, очень такая яркая хвоя. Приятный аромат. Он приятный. Это... Вообще, все ароматы в подборке, они, по идее, призваны у вас вызывать новогоднее настроение. И, ой, вот видите, могут так выпасть. И вы можете их и на Новый год, и на все новогодние праздники, кстати. Коли их 8 штук, можете прям с 1 по 8 января ароматы менять. И все у вас будет разное. Значит, второй аромат. Байреда. Gypsy Water. Он, конечно, унисекс, но определили его как для мужчин. Ну, это что-то такое. Мягонькое. Красивое такое. Нежное, я бы сказал, мускусное. Тоже почему-то, знаете, коль все к Новому году приурочено, мне уже чувствуется везде аромат хвои. Не знаю, но я не мастак вычленять ноты. Ну, такое маскулинное, современное, недешевое, красивое, добротное звучание. Вот так. Дальше. Creed Viking у меня есть, я его не буду пробовать. Фрапан. Speak easy. Говори проще, да? То есть, прям на эту, на кофточку буду наносить, коль она у меня с длинными рукавами. Вы не обессудьте. Ой, это... Здесь вот что-то... Что ж такое знакомое? Такие специи, прямо специи. Может быть, корица. Корица, гвоздика. Ну, такой прям. Подъелочный такой аромат. Не в плане в нем под елкой валяться клево, а... Блин, тоже приятно. Я не знаю, ну вот... Вот, что касается, допустим, восьмого чувства, почему-то мне почти ни один аромат не понравился, не зашел. А здесь... Уже третий подряд и прекрасно. Ну, какой-то, короче, специевый, пряный такой. Древесный. Классный. Дальше. Фредерик Маль. Может быть, прям даже 6 штук мы с вами попробуем. Фредерик Маль. Это Дам Тес Брас, что ли? Данстес Брас EDP. Ой, почему-то кажется, что прям похоже очень пахнет на предыдущие, на Фхапан. Ну, тоже пряно-древесный такой. Теплый. Хотя я не думаю, что только зимний. Я думаю, что на многие сезоны можно его наносить. Фредерик Маль. У меня так мало опыта с ним. Ну, этот нравится. И Нитио Side Effect, кстати. Я вот давно хотел попробовать Side Effect. О нем так много говорят. Он очень такой достаточно захайпованный ароматик. Сейчас... Ну тоже, сладенький такой, хорошенький.
Нежнятинка такая, но вполне такой вот, ну, унисекс, конечно, но. Мужчинам очень даже подойдет. Нежнятинка сладенькая. Тоже плюсую. Дальше. Кодиал Фида. Получается, он у меня есть. Это фруктово-табачный такой. Очень дико позитивный аромат, который подойдет круглогодично абсолютно. Ну и на Новый год тоже. Кадьялы я вообще на Новый год люблю носить. И Том Форд Коста Ацурра. Да, ну вот он. Я не помню, пробовал я его или нет, наверное, нет. Но это что-то такое. Свежатинка такая. Древесно-хербальная. Ну, хотя Том Форд я заминусую больше остальных. Не знаю, может потому, что я не фанат Тома Форда, но и как-то он мне... Альдегиды какие-то вот мне чудятся. Ну, он неплохой. Я думаю, что у него есть масса любителей. Коста, это же побережье вроде, да? Побережье там чего-то, поэтому, по идее, должен такой быть. Кипарис, можжевельник. Что-то такое. Тоже такой пряно-древесный. Короче, вот всем почти я доволен. Крит Викинг я не использовал, но я его не фанат. И Том Форд мне как бы это. А вот 6, 6 из 8, прям супер-пупер. И, соответственно, читаем внимательно описание, прежде чем что-то начинать. Потому что будете там стихи написывать, а вы не подписаны на рандеву при этом на канал. Сразу мы не берем в конкурс даже. Понимаете, в чем дело? Или если вы хэштег не написали, мы тоже не будем, знаете, вручную перечитывать миллион постов. Нет хэштега, значит, не участвуете в конкурсе. И четверостишие, не более, потому что начнется там кто-то подлиннее, кто-то покороче, и сложно судить будет, короче говоря. И на копирайт проверим вас. Если узнаем, что вы чей-то чужой стих взяли, тоже исключаем из конкурса, не обессудьте. Так что надеюсь на ваше веселое, позитивное, поэтическое настроение. До завтра, получается, 10 часов утра Москва, мы начинаем. Но это будет сутки длиться, поэтому сильно можете не спешить. Может быть, имеет смысл подольше подумать. Здесь не будет такого, кто первый написал, тот и это. Почему именно такой формат, вот еще хочу пояснить, почему именно такой формат выбора победителя я выбрал, мы выбрали с менеджерами рандеву, потому что рандомайзером, ну, не совсем честно было бы выбирать победителя, вы согласитесь со мной. Здесь нужно именно оценивать. Ну, не знаю, какой из меня оценщик стихов, но никаких любимчиков здесь не будет. Я знаю, что у нас Марат и Женя, из них кто-то директор поэтического клуба, кто-то заместитель. Я уже запутался. Они постоянно, по-моему, меняются местами. Вот. И никому, ни им, никому бы то ни было другому, никаких поблажек не будет. Надеюсь, что данный конкурс доставит всем веселое такое предновогоднее удовольствие и создаст соответственное настроение в нашей парфюмерной дружине. И до новых скорых встреч. Пока. Супер. Хай.